Только не кузнечики, пожалуйста. Квашеная. Я буду дома кушать это всегда. Соленая. Соленая. Красиво пахнет. Пудру. Всем привет, меня зовут Розалия, мне 8 лет. Всем привет, меня зовут Андреева Александра, мне 10 лет. Только не кузнечики, пожалуйста. Ну, что-то не очень как-то хочет пробовать. Я хочу попробовать шоколадку Литра Спорта, там типа шоколад кузнечиков. Я хочу только осмотреть кузнечиков и оценить все. А муху едят разве? А ну если тараканов едят, то тогда да. Краба нет. Крабов я тоже не люблю. А когда мы уже кушать начнем? Ой, я бы хотела какое-то блюдо вкусное. Я хочу борщ. Ну да, или я хочу вьетнамскую какую-то кухню. Я пробую ее. Глазированный прозрачный из рисовой лапши. Прозрачный, который. Я ела лапшу еще. Вкусно тоже было. Я хочу попробовать мармелад острый. Но говорят, что это на любителя. Лапшу с мясом. А я хочу еще... Без перца. Я еще хочу попробовать лапшу с... Каракатицы. Только не кузнечик, пожалуйста. Это, наверное, салат с брусникой. Капуста. Капуста, маринованная капуста. И морковка. И брусника. Либо брусника, либо брусника, либо... Красная смородина, наверное, что-то такое. Да. Я это пробовала. Я нет. Я пробовала сразу. Это узнал. Хорошо. Вкусно. 100% КГО. Я думаю, вкусная. Она вкусная? Вкусная очень. На каждый день, наверное. Нет? Я это пробовала, но я не знаю там название. Похоже на капуста соленая. Ну нет, она не соленая, она больше маринованная такая. Брусника кислая. Это добавляет вкус, мне кажется. Она кислая? Очень. И ну кисленькая немного. За счет этого вкус становится ярче. Ну, оно будет меньше раскрывать вкус, то есть не будет какой-то такой изюминки. Ну, салат вкусный, конечно. Ну, вкус, да. Он еще такой хрустящий. Наверное, это как закуска, наверное, и, наверное, в лапшу добавляют. Ну, в какое-то блюдо добавляют, наверное. Брусника и салат. Салат с брусникой. Морковка. Капуста. Ну, капуста, она... Сушеная. Как называется? Квашеная. Это квашеная капуста. Это квашеная капуста с маринованным... Как это называется? Квашеной капустой и морковкой. Я бы назвала это салат брусника с квашеной капустой и морковкой. Ква-ква. Мне понравился очень этот салат, хотя я ожидала кузнечиков. У меня тоже. Я ждала кузнечиков, но принесли такую вкуснятину. Она вкусная. Я буду дома кушать это всегда. Каждый день. Мы готовы к следующему блюду. Я думаю, какой-то салатик. Это сыр. Да, это возможно, похоже, сыр. Круто. Она соленая. Соленая. Твердая. Вкусный.
Ну, соленое очень, а так вкусное. Можно пробовать? Мне кажется, он делает из молока. И муки. Молока и яйца. Предлагаю попробовать. Предлагаю. Так, я беру. Я вот это. Так. По запаху, как сыр с плесенью, конечно. Твердая штука. Соленая. 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 Это очень похоже на сыр с плесенью. И я его очень люблю. А я люблю огурцы. Они соленые. Я люблю малосольные огурцы. Я ненавижу. Что, попробуем? Давай. Твердая. Угу. Я не очень. Соленая. Вот этот разновидность сыра самый соленый. Нет, больше пить хочется. Соленая. И это твердое. Я не могу откусить. Нет, еще сейчас попробую. Это, оно соленое. Вот это я попробую. Вот это я первый раз пробую. Я вот эти вот две только. Вот это самое соленое. Это самое соленое. Поэтому оно и соленое. Вот эти две, это, немного. Немного без соли. Где-то, мне кажется, в середине самое такое несоленое. Угу. Потому что вот, нет соли. Да. Не видно. А так, только немного соли. Оцениваем. Это несоленое, это нормальное, это самое соленое. Десяточка. Шестерочка. Восьмерка. А это одежка. Седьмерка. Я думаю, что это блюдо больше всего подходит к киргизам. Это их блюдо. Тоже киргизам, я киргизка, я обожаю. Если бы я хотела насолить их своей учетке, но я бы ей не насолила, я бы не делала вот эту. Самую соль. Я вот эту. Моя добрая. Иногда. Лучше это блюдо подавать с овощами, потому что овощи это тоже закуска. И с травами тоже. Это тоже как закуска, например, как... это зелень. Это зелень. Мы поняли, что это зелень, но... Это базилик? А, это укроп! О, боже. Капуста! Капуста! Так, пробуем. Не подходит. Вкус соленый перебивает очень. Вот это вот все и как-то не очень. С капустой. Лучше сочетать. Я советую лучше это не сочетать с квашеной капустой. Не советую. Все. Да, вкусно. Красиво пахнет. Я поставила 10 из 10 квашеной капусте. Я поставила квашеной капусте 10 из 10. Она очень вкусная. Сыру я бы поставила 0. 8 из 10. Капуста, она вкусная, а вот сыр не очень твердый. Вот я вообще сыр не любитель. Сыр с плесенью это одно, а обычный сыр это другое. Необычный сыр, да, но это другое. Я люблю больше сыр с плесенью. Мне кажется, что диалог просто будет весь соленый, потому что она в соли все. Мне кажется, я бы сочетала с колбаской, например. Я очень люблю колбаску. Я бы сочетала с огурцом. Мама дома подает салат из овощей. Было очень вкусно. Да. Пока-пока. Всем пока. Фудрук.